Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему». Сьогодні я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої життю численної багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні ми зупинимось на діяльності Тернівського болгарського товариства імені Вазова та Центру болгарської культури Чорноморського державного університету імені Петра Могили. У нас у гостях Ольга Колот, директор недільної школи, а також Кіра Яно, вчитель болгарської мови. І я дуже рада вас бачити. Дякую, що ви сьогодні з нами. І насправді, ось посередах ми завжди зупиняємося на тому, що Південь України – це просто квіткове розмаїття націй. Кожна окрема, кожна яскрава, кожна самобутня, неповторна, але в цілому ми утворюємо єдине таке коло. Дівчата, дякую, що сьогодні ви завітали. І для того, щоб зрозуміти, звідки витоки, давайте все ж таки зануримось в історичне ось таке коло, для того, щоб зрозуміти, наскільки давня історія проживання болгар на Україні. Если можно, я начну на русском. Пожалуйста. Значит, болгары на Украине здесь, конечно, появились очень давно. Болгары как таковые, а именно, я имею в виду именно на в Николаевской области, в Терновке. Поселению Терновка уже более 200 лет, в принципе, столько же, сколько и Николаеву. То есть мы вместе начинали, да, вместе сюда пришли, начинали. Это, естественно, как известно, это русско-турецкая война, и оттуда истоки, то есть оттуда бежали наши предки и пришли вот в Николаев, в частности, наши терновчане пришли в Николаев на исток. К истоку Южного Бога, то здесь они нашли свои плодородные земли. Если начинать изначально, здесь было поселение турецкое, то есть сначала жили турки, были построены дома, а после какие-то катаклизмы турки ушли с этих мест и остались дома пустовать. И вот это место заселили болгары. Была также церковь, была мечеть. Но болгары построили свою, так как известно, болгары очень православный народ, очень верующий народ. Они переделали мечеть в свою церковь и стали вот жить вот таким компактным поселением. То есть, по сути дела, мы имеем не отдельную нацию, да, которая вот сюда пришла, а это уже сродни самой истории юга, потому что конечно, это отдельная страничка, которая списалась очень мягко, легко, и мы имеем возможность перелистать не только, скажем, историю Украины, развития, да, юга Украины, а еще и отдельной нации со своими самобытными традициями. Кира, я хочу к вам обратиться, насколько современная болгарица сохранили автентику языковую? Ну, я хочу сказать, что у нас в Терновке все-таки говор чуть-чуть другой, не такой, как в Болгарии. Это связано тоже с историческим с историческим прошлым, откуда наши болгары пришли. Но мы стараемся поддерживать именно литературный болгарский язык. И в нашей школе воскресной, которая работает при Николаевской общеобразовательной школе номер 16 в Терновке, мы стараемся изучать и поддерживать именно литературный язык. В чем специфика, вот, скажем, адаптации языковой? Это вот связано с тем историческим прошлым, когда люди бежали и сохранили региональные какие-то особенности языковые? Или все-таки здесь наслоение уже наше, юг, русскоязычное население, украиноязычное? Ну, и русский язык, и украинский язык, конечно, они свой отпечаток все-таки оставляют, но все-таки это больше связано с историей, откуда именно наши болгары пришли. Пришли они из Странджа. Район Странджа, да. Это район Болгарии. Район Болгарии. Да. Понятно. И язык, как сказать, он очень был законсервированный очень долго, потому что они, естественно, очень дружелюбный народ, дружили они со всеми народами, которые были здесь, но тем не менее, вот еще 60-е, 70-е годы в школах изучалось все предметы на болгарском языке, то есть школы были болгарские, изучалось все на болгарском языке, поэтому язык, как таковой, они все-таки сохраняли очень долго. И это вот буквально вот 20-30 лет назад, как начало идти на спад, именно забываться язык. Тот, который привезли язык, то есть тот, который пришел сюда, диалект, именно начал потихоньку забываться. Но основные моменты, бытовые моменты, вот дома еще старое поколение, более старшее поколение разговаривает еще на том диалекте, вот, который принесли наши прадеды. Если говорить о визитной карточке нации, потому что каждая нация, да, есть какие-то кулинарные особенности, есть ментальные особенности, это правда. Вот если говорить о болгарах, все-таки что вот первое надо выставить?
Ну, наверное, самое яркое, если с кулинарной стороны, то это, естественно, национальная баница. Это самый национальный наш пирог, который привезен из Болгарии. И в Болгарии сейчас он точно так же очень часто и везде печется, но немножко различно, естественно, потому что наши бабушки, допустим, делали сладкое, а в Болгарии сейчас печется это только соленые варианты. То есть очень много вариантов именно вот болгарского пирога. Это если о кулинарных особенностях. Есть еще такие вещи, которые, допустим, в Болгарии, вот сколько я уже очень долго туда езжу, вот не находила некоторых моментов, которые у нас остались, допустим, в Терновке, а в самой Болгарии мы так и не нашли. Это вот называется так долма, это наше такое блюдо с кислой капустой, ну, в общем, своеобразное блюдо, да, которое осталось в Терновке, но в Болгарии. Это голубцы такие, да, маленькие? Голубцы, да, маленькие голубцы, но в Болгарии вот почему-то их нет, как таковы. Это особенности кулинарные, да, если мы говорим. Ну, а так всегда Болгария. Болгария всегда у нас ассоциируется с розой, да, вот как это розовое масло, вот Болгария так как вот представляется, вот она так и есть. Действительно, там огромные поля розы, которые собирают, обязательно это фестиваль роз. И все-таки отпечаток вот остался и на наших болгарах, то есть отношение к этому цветку все-таки особенное. Девочки, я знаю, что на Украине есть центры компактного проживания, и непосредственно одесские болгары, они сегодня очень объединяются, создаются целые форумы, движения. Поддерживаете ли вы связь с ними? Да, да, конечно, естественно. Мы, конечно, немножко оторваны. Одесские болгары, они более вместе проживают компактно. Запорожские болгары, вот Запорожская область тоже, они более компактно, а мы посерединке. Мы находимся посерединке, и поэтому и с теми, и с другими мы всегда дружим. То есть немножко херсонских болгар осталось, там совсем небольшое количество. Естественно, и с ними мы тоже поддерживаем отношения. В Одесской области, да, есть несколько больших организаций. Есть Конгресс Болгар Украины, Ассоциация Болгар Украины. Сегодня очень они о себе заявляют. Да, это они сейчас очень активны. Есть и Кисе Антон Иванович, который депутат, да, у нас. Поэтому и он вокруг себя очень, очень много людей вот собирает. Да, сейчас эти движения очень популярны. Мы пытаемся как можно больше с ними активничать, как можно больше с ними сотрудничать. Это в основном, вот, как и с ассоциацией, ну, в принципе, со всеми. У нас это болгары, по-моему, очень дружный народ, и поэтому мы так... Дружелюбный и открытый к общению, это правда. Знаю, что поддержите прямую связь все-таки с Болгарией, с Софией. Интересное мероприятие по этому поводу. Да, обязательно мы поддерживаем с Болгарией. Это наша основная цель, в принципе, потому что у нас центр не только в пришколе, у нас центр и при университете. Поэтому такие важные мероприятия, как конференции, симпозиумы, мы стараемся проводить с болгарской стороной. В этом году мы подписали договор с Варнинским университетом, вот я буквально неделю назад вернулась из Варны, мы подписали договор о сотрудничестве, но на предмет того, что мы можем конференции свои проводить на болгарской стороне, в Варне, допустим. Есть очень много всяческих программ болгарских, которые от Евросоюза поддерживают, вот, допустим, вот нашу, да, вот Украину. И мы пытаемся в это вот быстрее вот в русло влиться, чтобы не пропустить этот момент. Это очень важно в наше время особенно, чтобы в свою струю эту попасть. И вот мы пытаемся. Это, конечно, большая поддержка Министерства образования Болгарии. Мы как бы школа и существует от поддержки Министерства образования. Знаю, что недавно произошла встреча с послом. Да. И, дорогие друзья, у нас есть небольшая фотозарисовка, которую можно посмотреть. Давайте.
яркие, незабываемые, наверное, моменты. Да, конечно. Но вот при встрече непосредственно, какие вопросы решались, что вы просили или что вам предлагали, собственно говоря, потому что посол – это, собственно говоря, первый человек, который очень может повлиять на жизнь общины в целом. Ну, во-первых, этот человек, благодаря которому мы и начали программу Министерства образования Болгарии, потому что мы к нему обратились, вот это Красимир Минчев, мы к нему обратились по поводу того, что, во-первых, это главное, что должны давать разрешение послы или генеральный консул. Консул имеет право давать письмо Министерству образования о том, что ведется ли образовательная деятельность здесь. И три года назад мы обратились к нему, и он нас поддержал в этом. То есть это было его основное, самое большое дело, которое он для нас сделал. Естественно, они поддерживают связь с нашими обществами, с обществами, которые имеют школы на предмет и практик в Болгарии. Языковых практик, В Болгарии, да, вот последняя фотография была как раз из Варны, мы проходили, там была языковая практика, да, в Болгарии проходила, в Варне, на предмет помощи учебниками, ну и всевозможные различные, просто когда люди такого уровня в самом деле так по-доброму относятся, то это очень-очень важно, это очень это приятно. Это важно, это очень большая поддержка, даже эмоциональная, знаете. Да, конечно, вот, и для детей. Понимание того, что вы не брошены, и есть люди, которые понимают значение того, что вы делаете. Вы знаете, девочки, очень важно, что вы сегодня поднимаете суть культуры болгарской и вкладываете это на благодатную почву, потому что дети – это как раз будущее, да? И, собственно говоря, насколько они будут знать свои корни, я больше чем уверена, они будут уважать традиции других народов. Кира, если, например, говорить о том, с чего вы начинаете введение в культуру, когда только дети к вам приходят. Что самое главное, надо сказать в этот момент, чтобы ребенка заинтересовать и чтобы он пошел за вами дальше? Ну, как бы сразу на первом занятии мы стараемся показать все красоты Болгарии и все вот их национальные традиции. В первый год было тяжеловато, конечно, потому что еще как бы они наглядно это не видели. Сейчас уже полегче, потому что ученики нашей школы, все ученики, видят наши выступления, видят наши как бы желания. И как бы сейчас уже этой проблемы не стоит. Они просто идут с 1 сентября. Они уже готовы, собственно говоря, погружаться в науку, да? А насколько вы чувствуете поддержку со стороны родителей? Потому что, собственно говоря, эта мотивация с семьи идет. Да, родители относятся очень хорошо к этому. Они всегда нас поддерживают. И даже вот бывают такие вот совпадения, да, там, допустим, урок английского языка и наш урок, то иногда родители выбирают даже наши уроки. Это радует, потому что в свое время я тоже помню, когда стоял вопрос у моего ребенка изучать углубленно украинский язык, например, или английский, почему-то учительница делала уклон именно в английский язык. Я говорю, мы же в Украине, ребята, живем, а своего языка мы не знаем. Мы не знаем языка своих прадедов, это плохо. Чем больше, конечно, человек знает языков, это лучше, но свое надо знать. Обязательно. Вот в момент обучения, на сколько лет рассчитана эта программа? И, собственно говоря, вы идете опытным путем или у вас уже есть стандартная программа, по которой вы идете, и она уже проверена? Ну, я хочу сказать, что у нас в школе, кроме воскресной школы, еще есть факультатив болгарского языка, который читается очень давно. Я его просто подхватила. И кружок родолюбия. Это для начальной школы. Как бы там программы уже проверены, составлены, мы идем уже проторенным путем. Здесь чуть-чуть для меня лично это что-то новое, потому что вот вместе с детьми я, например, тоже узнаю очень много нового. Я классно, читаю, в этом суть, девочки, потому что идет обучение вот на уровне ребенка, и вот для меня лично образовательный процесс в этом и особенный, потому что ты совершенно не сухо. Абсолютно, да. Это живые эмоции, это живая жизнь, это то, что создается здесь, сейчас, и, собственно говоря, формирует завтрашний день. А когда идет это по стандартной схеме, это, наверное, наработки это неплохо, но, тем не менее, живые. Всегда срабатывает. Какие для села, вот, может быть, мероприятия, насколько вы выходите действительно в народ, или вы живете вот своей жизнью и достаточно этого? Мы
В последнее время очень часто выходите, да? Да. Больше, чем занимаемся, наверное. Да, в этом году второе полугодие у нас прямо было завалено этими выступлениями всеми. Началось это с Нового года. Мы показывали обряд Коляды в муниципальном коллегиуме. Потом это для нас Новый год был. Потом это был Бабин Ден. Потом это была Баба Марта, потом мы начали готовиться усиленно к Дню славянской письменности, мы выступали во Дворце творчества, мы выступали в университете имени Петра Могилы, в университете имени Сухомлинского. Уходим на большую сцену. Да, мы очень часто гастролируем. Это классно. И у нас есть моменты, это тоже фотозарисовка, именно с выступления на сцене университета имени Петра Могилы. Давайте посмотрим. Заявлены слова «свобода», «мама», да, на болгарском языке. Как вы видите, в чем вот особенность современных детей? Чем они не такие, например, как наше поколение уже, да, и старших? Те, которые открыты к современности, что они впитывают? Конечно, дети сейчас, ну или нам так кажется, что немножко другие, да, чем мы были, потому что у них немножко больше раскрыт кругозор. Благодаря, наверное, интернету, наверное, каким-то массовым, да, всяческим, которые они могут, там, телевизор и так далее. Да, они другие. Но, тем не менее, вот по своим детям я смотрю, вот, по школьникам, по студентам вот при центре, они готовы больше впитывать информации, они готовы больше делиться этой информацией. То есть и абсолютно не агрессивно, вот, вот чем больше они узнают, вот, допустим, того же болгарского языка, больше культуры, тем больше они принимают, впитывают как губки и другие языки. И отношение к другим людям абсолютно другое, к другим национальностям. Вот я никогда у наших детей не видела, у нас, допустим, при школе также есть же разные национальности, не обязательно болгары дети. И абсолютно нормальное отношение друг к другу, на каком бы языке мы ни разговаривали, на русском, на украинском или на болгарском. То есть абсолютно нет никаких вот таких вот неприязней или какой-то злобы, злости. На этой почве у нас нет никогда. Потому что все знаем, что мы родились на Украине, да, мы граждане Украины, какой язык родной, дома разговариваем мы не с бабушками на болгарском, на русском, на украинском, то есть это не имеет значения. Дети, наверное, все-таки более... Ну, лояльны, наверное. Да, наверное. Сейчас, да. Современная, да, молодежь, она открыта к общению, это радует. Но, тем не менее, вот вы люди, которые, в принципе, сегодня формируют мысль, вы закладываете эту мысль, и вы формируете будущее уже и своих детей, и Украины, возможно, в целом. Как вы считаете, в чем же проблема сегодняшнего дня? Потому что все мы переживаем те события, которые происходят в Украине, такого, наверное, еще не было никогда. Именно на нашу долю это все выпало. И сегодня, когда в Украине идет война и идеологическая, и война между культурами прежде всего, что надо сделать для того, чтобы сегодня все-таки была поставлена точка? Потому что вам, как жителям Украины и носителям немножко как бы другой ментальности, вы можете проанализировать, и это важно сегодня. Конечно, это очень важно, но как таковую точку, допустим, поставить это очень сложно. Вот если нам, вот преподавателям, педагогам, очень важно не упустить вот этот момент, чтобы не развилась агрессия в детях, в студентах, вообще в молодом поколении. Нельзя этот момент упустить, чтобы к другой нации, да, вот развивалось это. Потому что если это начнется, остановить будет очень сложно. Неприязнь или ненависть начнется к одной нации, начнется это ко всем. Потому что нам это проще говорить, потому что мы другой национальности, да, и поэтому очень всегда чувствуется вот эта грань, где вот чувствуешь себя
в своей тарелке, в своем это доме правда. Или нет? Ну, вы знаете, когда вот прослеживаешь общение форума в социальных сетях, нам дают советы все, кто угодно за границей, да, вот вы должны так делать, вы должны сяк делать. Знаем мы сами, как делать на самом деле, но тем не менее нам виднее, что происходит сегодня. Конечно. И самое главное, что, по сути дела, проблемы-то нету. Мы все можем договориться, и, собственно говоря... Главное, нам об этом не нужно рассказывать постоянно, как нам это нужно делать. Мы сами как-нибудь можем справиться. Причем справиться можем абсолютно нормально своей широкой душой. Поэтому тут, конечно, очень всегда мешают эти лишние. Я думаю, что все-таки придет момент, когда на самом деле украинцы объединятся вот в таком едином, в единой гражданской позиции, и мы выстоим, и будет и страна цельная, и мысль единая, конечно, ментальность. Потому что я очень хорошо знаю вот наши южные села, где в рамках одного села представлено более 20 национальностей, и все садятся за один стол, и это слияние культур, и это на самом деле, знаете, такой праздник жизни происходит. Абсолютно здорово. Не замечая, кто какой национальности, кто как разговаривает, или с каким диалектом, или с какой там... Конечно, это очень-очень важно. И, конечно, я думаю, что все будет в порядке с нашей страной, потому что у нас в самом деле очень открытые, очень... добрые люди, и не может не победить. У нас всегда добро побеждает зло, поэтому я уверена в этом, что у нас все будет в порядке, и на Украине в том числе. Это правда. Если возвращаться все-таки к вашей деятельности и непосредственно Центр культуры в Черноморском государственном университете, как широко сегодня ваша деятельность, и на что вы ставите прежде всего? Да, центр у нас открылся в 2013 году, при поддержке вот общества Ивана Вазова. И, конечно, огромное спасибо Клименко Леониду Павловичу, потому что он разрешил, дал поддержку открытию нашего центра. И также директору Института филологии Пранкевичу Александру Викторовичу. Вот они поддержали эту идею. Мы не остановились на том, чтобы просто открыть кабинет, да, чтобы там стояли какие-то книжки или там какие-то картинки. Конечно же, нет. Наш центр ведет очень активную деятельность. То, что начался изучаться язык болгарский в университете, это одно. Да, очень много... Это вошло в программу материал, это вошло в программу. Это как третий язык, как второй язык, как славянский язык. Это очень приятно, что дети по выбору выбирают болгарский язык. Это, для меня это очень большой плюс, и очень приятно, что все-таки очень много студентов начали выбирать болгарский язык. И центр ведет, кроме того, что, естественно, привлекаем молодое поколение, то есть деток к изучению болгарского языка, культуры. Мы на базе этого центра в этом году мы провели уже конференцию, в следующем году мы хотим, чтобы это была международная конференция, ну, то есть выходим на более международный уровень. Через центр у нас проходит очень много программ, которые, я уже говорила, связаны с Министерством образования Болгарии, а также с университетами Болгарии. То есть именно через центр мы связываемся со всеми вузами, с Софийским университетом Климента Охридского, с Техническим университетом Габрова и с, вот с этого года с Варнинским университетом, так что очень приятно. Это классно. Я знаю, что студенческой братии существуют такие обменные делегациями, когда студенты заезжают в наши семьи, и, соответственно, наши едут туда. Есть такое? Ну вот с семьями нет. Вот у нас как-то там они принимают прямо на базах университета, и все это в общежитиях, все это очень активно. Так, конечно, в студенческой практике у нас практически по две недели, и это очень много. Практически все лето. Я была вот только приехала, сейчас группа еще одна в армии, через вот 30 числа я еду в Софию, все это с группами студентов. Мы едем на базу университета, и там проходят летние практики, языковые практики. Когда они приезжают, вот какие самые главные впечатления, что привозят? Ну вот ни одного еще сколько мы возили, а это уже лет 15, наверное, мы как сотрудничаем с вузами. Сначала был Южнославянский институт, там изучался болгарский язык у нас здесь в Николаеве, потом вот подхватил центр при Черноморском университете. А ни одного из за эти годы не было разочарованного или как-то что-то не понравилось студенту. Болгария, она настолько открытая и настолько уникальная, что невозможно не любоваться и не полюбить ее. Она очень похожа, конечно, не отличается, нет такого яркого отличия, там, допустим, с Украины. Но природа, погода и народ, вот это в первую очередь, что их очень сильно
удивляет, потому что такие открытые люди, настолько доброжелательные, настолько они, вот если только узнают, что кто-то изучает язык, вот, не, допустим, даже не национальности. Целая масса советов, да? Просто, да, окружат массой внимания, советы и так далее. Да. Спасибо большое, девочки, что вы были сегодня у нас в гостях, что вы рассказали много такой позитивной информации, которая на самом деле объединяет нас и дает продолжение, да, жизни, это будущее, потому что вы работаете прежде всего с детьми. Успехов вам, удачи, сил. Спасибо. И всего самого большое. Хорошего. Спасибо. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.